Всем привет! Меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть в мистера Выживальщика. Сегодня мы пойдем доделывать пустыню. Так, где тут у меня много всего? Поешь вот этого. Пойдемте сюда. Что тут с водой? Нормально. Воду сюда просто положим. Там газета сейчас пришла, быстренько почитаем. У нас по еде то огурец что-то тут делает. Хорошо, что тут еще есть? Это я не класть. Так, у нас только топливо с собой. Это сюда, чтобы не мешалось. Так, заправь на всякий случай, чтобы пока мы тут это... Ой-ой-ой, получить надо, а не заправлять. Так, получи. Не готово открыть. Я не знаю, сколько надо топлива с собой, но вот этого, надеюсь, хватит, чтобы запихать машину по полной. Давай почитаем газетку, возьмем еды, энергетика и сразу прям в пустыню пойдем сначала, да. В прошлой серии мы разобрались, как строить ракету. Мы ее построим, естественно. Так, сейчас опять электричество. Помни, хороший гражданин, выспавшийся гражданин, крепкий сон улучшает настроение, восстанавливает силы организма, улучшает память. Отдохнувший гражданин прилежно трудится на благо страны, успешно работает в коллективе и следует всем протоколам безопасности и благополучия. Не будь ленивый совой. Гражданин, высыпайся, каждый новый день будет полон радости. Ну и тут опять про медного змея, если кому-то интересно, может почитать. Вот, у нас сегодня 8-й день, у нас еще до отключения электричества время есть. Так, что-то поговорить хочет тетенька? Что хочешь? Здравствуй, соседушка, боже, храни президента, привет. Какой чудесный день, да вроде неплохой. Хорошего дня, сосед, до встречи. Ладно, ладно. Странная теточка. О, огурчики можно продать. Так. Ножи. Так, так. Газетки. Кто там у нас? Не хочет сегодня никто газетку купить? Ладно. Так, значит, у нас что с оружием? Есть бита запасная. По-моему, одна на нем. Да? А, нет, на нем... А, две биты у нас. Пистолет, нож. Короче, мы по полной программе. Мы сюда вот. Где? У нас тут пусть будет. Так. Я думаю, с этим мы пока справимся. Потом берем с тобой еды и пойдем сейчас. Так. Мы возьмем, давайте, вот два куска мяса. Нет, надо не мясо брать, надо вот это брать. А, разделить. Так. Так вот. Два берем с собой. И пожуй-ка. То я смотрю, у него не до конца. Все, пошлите. Надеюсь, на этот раз я нормально попрыгаю, там побегаю и тому подобное. Где у нас свалочка? Свалочка. Просто надо было на каждой остановке, видать, антенну юзать, что мы типа ловим сигнал. А я как-то в этот момент проморгала. Поэтому сейчас мы все сделаем как положено. Давай, заправляй машину. Где у нас тут? Вот. Так, так. О! Да, сюда 20 штук лазит. Я же где-то смотрела до этого. Но если что где-то еще будет, мы еще за это. Ехать вперед. Ну, поехали. Так, на shift, на это. Внимательно слежу за дорогой. Чтобы не покоцать раньше времени машину. Тут-то она еще ничего. Дорога. Вот когда начинается прыгать, объезжать, прыгать, объезжать, я начинаю тупить. Но будем учиться. Это еще очень-очень простая игра. Что в драке, что в этом. Это в шутерах там вообще реакция нужна. Вообще не понимаю, как я раньше в них играла. Сейчас прям такое этот у меня. Тупняки происходят. Я прям фигею. Так. Все, ну. Куда мы приехали? Сейчас будет... Кто нападает на нас?
Бей. Бей. Все? О, опять что-то новенькое, смотрите. Так, есть кто? Вот это мы берем. Тоже берем. Конечно, берем. Давай. Ткань, по-моему, да? Кстати, в тот раз мы всю ткань переработали. А денежек нету? Так, так, так. Вроде больше ничего нету. Сейчас мы проверяем антенну. Используем. Давай. Может, какой-то скрипт сработает. Ну, посмотрим, удастся ли поймать сигнал. Помехи. Ничего, нужно двигаться дальше. Так, ехать. Где у нас бензин? Сколько там? Да, давай дополним. Главное еще вовремя успеть. Вот придумали же, блин. Фигню всякую. Так, езжу, слежу. Тихонечко. Да я же тыкнула! Сейчас ремонтировать еще придется. Надо сразу заремонтировать, чтобы это обратно не отправили. Я юзнула кнопку, юзнула. Не знаю, почему не сработало. Подождите, давайте-ка мы ее починим. Я хочу быть спокойной, что у нас машина. Блин! Ладно, мы сейчас вначале полазим, убедили. Мы тут были. Давай. Возьми. Открой. Это что? Энергетический батончик. Убери. Это полезное. Это здесь открой. Вот, тут тоже полезное. Стаканчик, стекло надо. Там неизвестно, что. О, еще смотрите, что есть. Я это не видела сразу. Так, взять. А то сейчас нам металл-то надо будет. Древесину не берем. Да, уже стали отбирать. Так, давай-ка мы антенну юзнем. Используй. Беги давай. Может, хоть сейчас повезет. Помехи, правительство, медицинский память, помехи. Фиг разберешься, нужно попробовать в другом месте. Хорошо, починить давай. Где у нас тут металл? Чини, чини, чини давай. Все, молодец. Так, теперь мы с тобой немножко вот этого выпьем. И поехали. Вперед! Может, еще где бензина найдем? Так, я... Да что ж такое-то? Вообще кошмар какой-то. Дорога какая-то. Тихо-тихо-тихо! Да что же я делаю, блин? Что-то отвалилось у нас. Молодец. Ух! Нервничаю, нажимаю в не вовремя. Так. Вначале убьем, потом починимся. Давай. О, это больше, смотрите, змея.
Бей, бей, гадину. Добил? Ну-ка. Есть еще кто? Надо вначале всех добить. Ну? Что-то ничего не вижу больше. Так, возьми. А, вот это мешать, бери. Взять. Открыть. О, электроника, мы сделаем этот. Ура! Как его? Так. Ладно. Хотя, так, подождите, дайте-ка я внимательно гляну, а то, может, опять что-то... Сейчас должны послушать, что там, и починиться. Иди. Давай послушаем. Может, хоть сейчас повезет. Правительство, медицинские помехи. Фиг разберешься, нужно попробовать. Да вы, блин, издеваетесь. Надо починиться вначале тогда. Где у нас тут металл? Ну, потому что я машину пойду около, блин. Так. Есть и... О, блин. Ну, внимательно. Так, я, если что, тут просто очень внимательно еду. Пытаюсь выжить. Издевательство какое-то. У! Вот это трасса была. Что-то у него там звуки уже. Типа он устал. Да я тебе дам устал. Давай. Кто тут у нас? Ох ты ж! Бей ее! Бей давай! А что у нас на соседней? Я смотрю, слежу, чтобы он это справился у меня. Умница сразу отбегает. Давай, давай, сразу ей по голове. Ох, две! Добивай! Ешь! Ешь! Все? Добил? Всех? Так, это что у нас? Тут ни хрена не видно. Почему каска не включается? Я не знаю. Вот что-то нашли. Так, в первую очередь мы будем... Это что? Металл. Да, металл очень нужен. И он ничего не весит. Так, ножик. Влезет, влазит. Так, давай-ка мы с тобой покажи мне оружие свое. Вот так вот возьмем. Так, это возьми. Взять. Взять. Ладно, пойдемте. А то сейчас это... Это возьми и будем исследовать, потому что нам все это последнее. Где этот антенна? Вот. Использую, а то сейчас вырубится. Он же в 3 ночи у нас вырубается. Так, попробуем еще раз. Медный змей, инструмент, террористический акт на границе, обязаны терпеть помехи. Сигнал стал сильнее, но все еще не могу. Нужно двигаться дальше. А мы, по-моему, не можем, да?
Ух ты ж, блин! Возвращаемся, и получается, нам в следующий раз особо нельзя исследовать, надо ехать, ехать и ехать. Ну, я так поняла. И надо запас бензина с собой. Ну, пойдем поговоришь, не знаю, получается так. Да, привет. Выживальщик удалось ловить сигнал. Пока нет, прости. Да. Угу. Использовать. Пойдемте дом. У нас получается, надо, наверное, все-таки еще в лес вначале сделать дорогу на следующий уровень, а потом уже домой. Так, торговать. А тут у нас торговать есть что-нибудь такое, чтобы... Да, вот. Что у тебя есть интересного? Так, пока ничего такого специфического. Топливо берем, нам его много надо. А у тебя телефонов нету? Нам на электронику надо, нет? Нету. Так. Все. Значит, мы сейчас по бырику заправляем все перед сном. Пойдем поспим. Надо еще еду вытащить. Давай, 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 давай. Да я вижу. Получи. А то сейчас электричество отключат. Так, холодильник быстренько убираем. То, что у нас там протухнуть может. Я поняла, как туда идти, это уже хорошо. И то, что будет, придется на кнопочке столько юзать, это, конечно, такое себе развлечение. Ну да ладно, так. У нас тут энергетический батончик. Надо вот это вот убрать и вот это вот. Пойдем поспим, а с утра опять все разгребем. Иди спать. Нам еще надо... Я думаю, я вначале пойду... У нас это... Сделаю канатную дорогу. Это выгоднее должно быть. И надо собрать топливо. Штук 20 сразу заправить. И штук 10-20 с собой. Поэтому пока тут повозимся немного. Лес до конца исследуем. Шахту мы всю прошли. Остался лес не до конца исследованный. Ну, по моим так этим. Так, давай. Открывай. Те, кто западет, у нас что там? Так, нам надо, во-первых, это приготовить. Это же, не подождите, жареное? Да, кушай. Теперь приготовь змейку, пусть будет готовая. Но сейчас вот с едой у нас проблем нет, как мне с ягод приходилось добывать, ничего не надо. Это уже очень хорошо. Так, дожаривай давай все. Потом получи воду. Ага, понятно, перегруз у нас говорит. Так, мы пока сюда вот это убираем. Пусть супчик тоже тут. Так, и воду может? Хорошо. Собираем. Там машины скорые катаются. То... Так, ладненько. Сейчас все соберем. Собери. Порядок приводим, а то у нас сутки, получается, не было. Полей. Полей. Так, здесь у нас что есть? Получи. Открыть. Я не знаю, вода у нас осталась с тобой? Не, воды нету. Так, так. Сколько тут? Получи. Топливо прям по откату будем сейчас пытаться собрать. Все, да? И давай вот сюда все выложим, то, что выкладывать надо. Потом поторгуем еще. Надо... Так. Это топливо. Я думаю, я ножик, топорик один оставлю, один мы разберем. У нас их вон сколько. Сейчас мы их все разбирать будем. Биту вот эту разберем. Так, ладно. Где у нас тут продукты с тобой были, которые можно сюда сложить? Вот это. Энергетический батончик. Что там можно? Сахар, сухой паёк временно заменяет. А, он и не. Ух ты ж, классная штука. Пусть тут лежит. Мы с тобой себя тебя возьмем потом. Так. И вот это надо вытащить. Один топорик. Мы сейчас топоры все разделаем, один оставим. Так, торговать пошли. Сейчас все, что мы насобирали, надо разделать. Будет, чтобы освободить. Взять. Торговать.
Так, это на тебе. Помидоры. Помидоры, блин, это не помидоры же. Так, стекло на всякий случай прикупим. Так. Торговля, торговля. Ну, давайте одну торговлю возьмем, пусть будет. А это полученное сложность научите быстрее мастерить. Ладно, давайте. Так, сюда, что у нас? Ага, сейчас. Я это все сейчас сама буду разбирать. Нетушки. Так, все, это мы взяли. Получается, нам надо сюда убрать топливо и разделать то, что мы разделываем. Разобрать, вернее, на какие машинки ездит. Так. Угу, вот это вот уберем. А вот сюда надо ягоду гуарама убрать. Потом ее высушить надо. Надо было, конечно, сейчас, наверное, сушить. У меня еще есть она? Да, мы ее сейчас сушить положим. Вот пока есть электричество. Давай, включай. У нас тут вот эти помогают, так что мы справимся с тобой. Так, и открыть. Так. Все. Теперь создаем. Во-первых, разбираем вот это. В первую очередь. Так, потом идет у нас, где наше оружие? Вот эту биту. Так, вот это. Топор еще один. Нам лишний не надо. Еще раз забрать. Звук был такой, как будто что-то горит. Так, и вот это. Все. Молодец. Теперь ты у нас смотреть. Так. Иди получи топливо, и надо тебе вздремнуть немножко. Так, что-то что у нас? Все работает нормально. Открыть. Хорошо. Потому что вот это все надо перекрафтить. Иди вздремни. Сейчас упадет. С дома-то энергетики хлебать такое себе. По мне это неправильно. Пусть дома-то хоть здесь же, где поспать. А, потом почту возьмем. Там же у нас на торговле что-то хорошее должно упасть. Вот. Подняли. Все. Почти. Ох, все, хватит. Давай, бери. О, сейчас все почитаем. Давай почитаем. Где у нас все? Так, читать. Умница. Читать. Читать. Все, все зачитали, да? Мы все, что есть, у нас все зачитано. Только куда вот эти книги деть? Я знаю, куда я их дену. Иди сюда. Они меня просто раздражают. Они мешают. Там я ничего не вижу нормально периодически. Это не очень удобно. Так, все в порядке. Собирать ничего не надо. Не знаю, зачем они нужны, но они вот сюда не выкидываются. В эту мусорку тоже не выкидываются, поэтому будут лежать тут. Так. О, порядочек навела. Какой классный-то. А вот эти, интересно, постоянно с собой пропуски? Я их боюсь выкинуть. Ну, вытащить. Выяснится потом, что надо было всегда с собой таскать. И я такая, блин. Что-нибудь приспичит. И что, я бежать протокол инспекции, все протоколы. Газетки. Еще одна вот книжка. Еще книжка. Все. Вот это сейчас будем разделывать. О, навели порядочек. Так, создать. Разбираем давай с тобой все. Угу, надо было сразу, да, сюда, блин. Разбирай, разбирай. Так. Теперь собираем еще. Пойдем топливо по бурику возьмем. Оно там получилось. Так. Открыть. Сразу сюда выложим. Да, придется туда-сюда, раз игра так устроена, бегать. Пластик, металл. Пластик можно не покупать, я так смотрю, у нас собирается по чуть-чуть. Ничего страшного. Чё, мы спать еще не хотим с тобой. Я же вижу все. Так что не надо мне тут вот так. И вот это.
Все, молодцы, все берем. Так, значит, у нас надо... Подожди, тут на торг есть что-нибудь у нас в виде золота? А, мы все золото с тобой продали. Вот так классно. Соль осталась еще не проданная. Так. Так. Соль, тут ничего такого не это. Грядки, которые тоже не знаю зачем пока. Давай попробуем соль поторговать и посмотрим, может, у нас что появилось интересное. Так. На камень соль. Я смотрю, на что разбирается. Тут же можно еще так покупать. А, подождите, вот соль покупается. На, держи. Так. Тоже ничего такого. Ничего такого. Чтобы разобрать. Так, все. Значит, у нас время. Мы все разобрали. А вот это надо убрать обратно. Иди убери. Сейчас вот это заправим. Там не помню, завтра, не завтра электричество отключают. Иди сюда. Так, получи. Выключи. Заправь. Сейчас мы гуарану получили. Это хорошо. Получить. Открыть. Так, смотрите, у нас из оружия, что с тобой, с оружием у нас? Одна бита, да? Ну-ка, сделай про запас. Хотя у тебя ножик там был, но мы сейчас это, во-первых, вот эту штучку надо убрать, гранату. Хотя она тоже полезна, но использовать неудобно. Вот это меня очень раздражает. Пусть лежит. Создать. Создать мы должны с тобой биту. Но где делается-то? Вот тут, наверное, да? И опять. Вот. Создай. Это запас. Что мы завтра пойдем? Да, идем спать, идем, идем. Все, иди спать. Сейчас пойдемте чинить дальше канатную дорогу. Сегодня вроде не должен быть наш этот инспектор. Мы вооружились, поедим, возьмем на всякий случай на всякое его добра кушать. И это что такое было? Да, сегодня еще нету никого. Идем, сохраняемся. И пойдемте дочиним канатку. Угу. Как ты кушать-то хочешь, бедненький? Пойдем, пойдем. Что у нас тут интересного? Давай супец поешь. У нее что ты голодный? Так, ну мы с тобой, значит... Давай возьмем две кабанятины. Вот это пока сюда. Это разделим. На всякий случай. Мало ли там плохо тебе станет. Так. Получи воду. И полей тут все. Там как раз 5 кусочков хватит. А то, что мы сажали, оно все любит тут быстро тухнуть. Оно бы хотя бы не тухло, а что можно восстановить, там, не знаю. Типа две воды, знаете, там сделал, и оно это... Ну ладно, как есть. Иди получи. Открыть. Ну все. Давайте вот это возьмем и пойдемте чиниться в 7 утра. Долго бежишь. Я ж это. Денежка. Все. Использовать. Пойдем в лес. Дочиним канатку и будем спокойны. Если что, будем заниматься пока стройкой ракеты. Так. На 4-й уровень. Там, кроме 5-го, еще что ли какой-то уровень есть? Тут мы ищем самолет. Там может как раз электроника быть, и мы починим этот. Так, починить. У нас получается надо пластик. Потом надо электронику и рычаг. Где он тут у нас?
Во, мы бодрячком. Сколько у нас? Немного идет времени. Часика два даже не ушло. И пойдемте сразу. А, тут секретный еще какой-то уровень есть. Как и в этой шахте. Ну, в шахте я что-то ничего не нашла интересного. Знаете, мне очень тут не нравится. А что у тебя во втором слоте? Можно посмотреть? Ножик. Это хорошо. Ну, пойдем. В какую сторону-то идти? Не в эту? Ничего собирать не вижу. Звуки такие. Тут что-то прям. Пошли вглубь. Что нам еще остается? Починить, починили. Сознание, если потеряем, мы все равно домой пойдем. Ой, тихо, иди. Иди, не знаю, кого из них. Нифига себе тут волки. Вот это было. Так, разобрать. Тут ничего интересного. Тут что? Это обратно. Ну-ка, открой. Да не туда тыкнула, я видела, что смотреть. Перья, еда. Ну, возьми. Пригодятся. Использовать. Пойдем в дом. Тут, наверное, еще волки, да, лазают? Ладно, опять не забаговаться. Так, что тут у нас? Вот это возьми. О, книжка! Это что? Что это? Книга, говорят. А, ее просто. Я думала, какая-то, знаете, такая. Топливо. А вот топливо нам хорошо. А то я столько денег трачу на него. Так, взять. Вот это что? Телефон. О, ружье. Ух ты. Мощнее, но медленный может пригодиться против... Кого они мне там подсовывать собрались, а? Так, ладно, мы если что сюда еще придем, я... Ой, а вот это-то я не посмотрела. А вот это-то круче. Это у нас ткань и древесина. Взять все. Все. Давайте на выход. За древесиной, если что, мы потом придем. Я хочу еще самолет найти. Тихо. Я тут уже думала, все, мы такие идем, а тут смотрите, что творится. Так. Треснулись, блин. Все, можно идти дальше. Использовать нос уже ножик уже красный. Сейчас, если что, пистолет возьмем, и ножики надо будет сделать. Знаете что, надо сразу это делать. Так. Ладно. Надо вот это сделать. Где револьвер? Так. Я, короче, в дом не за... хотя бы... Не хотелось бы. Там есть что еще? Ага. Приманка и еда. Бери. Я самолет хочу найти вначале. Поэтому не это. Не смотрю особо. Пойдем дальше. Хотя и хотелось бы... Ладно, если что, потом заглянем. Пойдем самолет найдем. Так. Угу. Рубить, говорят, надо. Руби. Не знаю, правильно ли это последовательность. Ну что делать? Откуда крысы такие в лесу? Открыть. Все. Тут что-то есть дальше? Нету. Тут ресурсы можно пособирать. Но тут на них потратишься, блин. Так, ладно. Пойдем дальше.
Хотя стой. Куда дальше? Надо вначале вот так. Есть. Жареное. Кушай. Вот так спокойнее будет использовать. Если что, у нас еще еда есть, которую нам подсунули. Угу. Там дальше идти надо. Где волк где-то? Я не вижу. Но мы полностью у нас этот обойма так. Так. Ну иди сюда, волчара. Руби, нам тут сюда. Нифига себе вдаль какую. Ну ладно. Использовать. Еды будет. Ну чё, дошли мы в самолет? Блин, вы чё, издеваетесь? Использовать. Ну, по крайней мере, у него все в порядке себя чувствует, так что мы вглубь леса продвигаемся. Так, а нам... Ух ты ж, блин, ух ты ж, блин. Дуби, я тут столько всего пропустил, но это надо отдельно приходить искать. Если что, так и будем делать. Так, это я на всякий случай. Вдруг они сейчас там выскочат. Ох ты ж вас сколько, мать вашу! Смотрите, ждут уже. Все? Использовать. Надо было в домик зайти, там бы патроны наверняка есть, потому что, судя по всему, тут подкидывают то, что нам надо. Да ёлки-ёлки. Блин, вы чё? Я просто хочу посмотреть, что там. Всё, лезу, лезу. Надеюсь, не зря. Так. Иди сюда. Давай мы с тобой покушаем. Ну, используем. Вроде дошли до цели. Напряженно? Так, лес уровень 5-10. Вот он, самолет. Только сейчас, наверное, полезет гадость какая-то, да? Ну, я ж говорю. Получено достижение. Вольф Слайер. Это, наверное, типа убийца волков, да? Сколько вас здесь? У меня патроны, походу, все, да? Так, поешь на всякий случай. Все? Открыть. Так, фотография с места в самолете сидит. Это стоп, мистер выживальщик? Это мы? Так, рычаг берем сразу. Пропуск какое-то место, найденное в обломках самолета. Авиагоризонт. Современный гидроскопический, возможно, для становления на ракету. Хорошо. А мы все можем взять вот так? Взять все. Да. Так. Что это? Это мы?
Здравствуй, Лютик мой, ты словно призрака увидел. Дай угадаю, на этой фотографии изображен ты. Да, судя по всему, а как вы узнали? Старческая интуиция, ты похож на человека, который пытается сбежать. Я просто сопоставила факты. Я этого не помню совсем. Родной, ты такой не один. Некоторые жители этого города не помнят целые десятилетия, а некоторые не узнают своих друзей. Ты хотя бы можешь во всем винить крушение самолета. Это военный самолет. Неужели я был и остаюсь на их стороне? Я что, один из них? Я совсем ничего не смыслю в военных штуках, но кое-что я все-таки знаю. Сейчас ты совсем не похож на правительственного работника. К тому же, я почти уверена, что именно они тебя избили, а то, что раньше ты был с ними, разве это имеет значение? Важно другое, ты способный парень. И не сомневаюсь, что ты вот-вот придумаешь, как бежать отсюда на чем-то побольше и побыстрее. Ладно, милок, не буду тебя отвлекать. Если захочешь поговорить со мной о растениях, воспоминаниях или о чем-то еще, ты знаешь, где меня искать. Мы в шоке. Да. Мы стоим в шоке. Не понимаем, как мы тут оказались, что тут вообще происходит. Так, а можно назад пройти и там это... немножечко полазить в домике. Выпей, пожалуйста. Так, нам сюда, да? Не подходите ко мне, пожалуйста, мы злые. Ты где? Чё у меня тут? Почему? Иди, стреляй. И походу у нас с тобой... А тут домика разве не было? Ладно. А чё у нас там с тобой с оружием? Да я посмотрю. Мы так все патроны перефигачим. Не будем ругаться матом. Пойдём. Использую. А, не-не-не-не-не-не, вот сюда. Один домик надо заглянуть и собрать ресурсы. Так. Сюда, не сюда, я не помню. Да, сюда. Есть кто? Есть. Так, все, давай, используй. Да, интересная история. Мы, оказывается, потеряли память. Я даже сама не подумала бы такое. Возьми. Открой. Да, тут ресурсы. Правда, электроники нет, но ресурсы тоже нужны. Вот это, вот это. Вот это что? Бери. Топорик. Так, что у нас тут получается? Мы можем саму корзинку взять. У нас сейчас ресурсов много всяких пригодится. Ну, давай тут все забираем тогда. Сколько сейчас влезет, столько берем и домой идем. Так. Вот. Все вроде собрали. Ввожу мышкой, чтобы убедиться. Давай выходим. Ну, хоть у нас так история нормально продвигается. Так. А где тут выход? Вот он. Использовать. Пойдем домой. Там сова угукает. На фоне классно так. Так, что у нас получается? Надо, во-первых, еду в холодильник. Открывай, бегом. Да-да-да. Значит, я не зря так усиленно пыталась, знаете, это пройти вначале, посмотреть, что там да как. Это сейчас мы уберем, а вот это ты поешь. Ты меня плохо себя чувствуешь. И надо ловушки. Ну, хотя это можно убрать вниз пока. Бита, патронов вообще нет. Ну-ка торговать. А вот тут у нас патроны покупаются. Тут-то, по-моему, да?
Давай, 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 давай. На максималку. А то я тут усиленно так. Надо будет спуститься попродавать что-то тебе. Угу, на тебе перышки, на тебе шкурки. Нам патроны нужнее. Одежда у нас теплая вроде есть. О, стульчик можно продать тоже. Давай тогда. Все. Это мы попродавали. Выкладывать я буду завтра, а то он упадет. На этом я буду заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. И всем пока-пока.